Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий. Мы сегодня с тобой продолжаем играть в Pinstripe. Вот, продолжаем искать свою дочечку. Вот, думаю, парочку серий у нас еще осталось, наверное, мы пройдем игру. Вот, мы с тобой нашли фонарик в той серии. Мы молодцы. А, да, кстати говоря, а что здесь? Хэппи Старт. Здравствуйте, отец. Мы знакомы? Это я, счастливчик. Кто? О, вы меня знаете, Дед. Друг Бо? Не. Так или иначе, сейчас вы выглядите особенно беспокойно и мокро. Что? Хотел бы я налить вам выпить, но за этим пришлось бы идти к красному рослу. Но я могу вам продать кое-что получше и по хорошей цене. Купите этот запрещенный пистолет-пулемет Томпсона за 1000 мерзлых капель. Всего за 1000? Нет, спасибо. Слушайте, а если бы я 1000 нафармил? А чисто ради интереса. Если б я на 1000 бы нафармил. Можно здесь 1000 нафармить? Здравствуйте, отец. Это я. Вы меня, друг Бо? Так или иначе, хотел бы я налить вам... Но купите этот запрещенный пистолет-пулемет Томпсона за 1000 А сколько? Слушайте, а интересно, да, ребят? Ну, можно ли у него купить? И сколько надо времени потратить, чтобы... Чтобы выбить этот пистолет, интересно. То есть и можно ли это сделать? Наверное, для любителей ачивок всяких, знаете, я не фанат ачивок, да? Наверное, для любителей ачивок, наверное, это прям вызов был, типа, нафармить 1000 этих штучек. И посмотреть, действительно ли можно использовать. Ну, наверное, можно, мне кажется. Его использовать, этот автомат. Но мне кажется, надо столько времени потратить, чтобы 1000. У меня 42 только. У меня только, ребят, 42. Хэнгли пэс. Пас. Пус. Пас. Так, дочка у нас там висит, да? Пойдемте вниз, у нас теперь есть фонарик. Я даже не представляю, где 1000 штук можно выбить. Опа. Привет, Дэд. Должен сказать, я сильно впечатлен. Где Боб? К сожалению, Боб провела какое-то время в моем... приходи. Надеюсь увидеть твое мальчишеское личико на церемонии. Какой церемонии? Церемонии удочерения. Жалкий тупица. Та-та, парнишка. Я как понимаю, это будет главный босс, да, с которым мы будем воевать. Так, какую-то церемонию. Ну да, удочерение. Он хочет у нас забрать, короче, дочь. Он такой маньяк. Шак шута туте пука. А где золотые ключи брать, кстати? Дверь заперта на золотой висячий замок. А где мне его взять? Портрет. А где мне взять золотой ключ? Так, можно идти вверх, можно идти вниз. Дверь заперта при помощи какого-то механизма. А, надо вовремя на пробел, надо крутить вовремя на пробел нажимать. Ты кто? Он должен уже прийти. Так? Он должен еще фруктов принести. Че? Ты кто, сейф? Кто-то должен прийти, кто-то должен фруктов принести. Я куда-то еще ниже пошел. Это кто? Это старик и милая леди прошли всего минуту назад.
Они сказали, что ты уничтожишь мир Трайпа. Не делай этого, приятель. Только благодаря ему я тут бурной жизнью живу. Он должен прийти с минуты на минуту, так? И мне еще мешков принести. Так, подожди. Мы куда-то вниз, говорит, тут леди прошла с этим, а туда наверх что? Вот сюда. Дэдди. Ой. У меня хпшечка. Моя хпшечка. Так, а здесь Дэдди там что-то написано, по-моему. А чё как темно-то? А, Дэдди надо выбить, я понял. А как там Дэдди пишет? Дадикс. Дикс. Что это? Что? Оно что-то рожает, ребят. Что ты? Похож на те мешки, которые мы скормили дерево в Эджвуде. Только огромный. Посмотрите. Похож, он спит, или вроде того. И пахнет яйцами. Фу. Класс. Фу, он пахнет яйцами. А зачем я его запустил? Зачем я большое яйцо забыл? Что я такое? А, кстати говоря, даже 366. Он должен еще фруктов принести. А может, ему надо что-то принести сюда, интересно? Подождите, пойдемте сходим. Так, это здесь псих, понятно. А зачем я там запустил-то? Воу! Вот это неожиданно. Как вот эти... Чуешь этот запах, Тед? Пахнет яблоками? Во, любит яблоки. А я не очень. Хм. Я люблю сыр, и пироги, и все, что пахнет мясом. Да, извини. Пойдем. Так, подожди, а туда вниз ты чё? Тут все время расходы разные есть. А вот сюда вниз что? А, здесь торгаш. Здравствуйте, отец. Что вы думаете об этой системе пещер? Ну, классно, да. Думаю, у Пинстрайпа там кипит бурная деятельность. Ух, все равно чертовски холодно. Готов мама поклясться, что под землей было бы теплее. Кстати говоря, мистер Пинстрайп дал мне дополнительный костюм. Позвольте посмотреть, здесь ли он. Точно, вот он. Я продам вам его запасной костюм за 500 мерзлых капель. Что за цены у тебя такие? Автомат за 1000, эту за 500. А как я должен их добывать, эти... Знаете, что я заметил? Мы вот проходим мимо, знаете чего, ребят? Вот мимо вот таких вот штучек, видите, вот висят опять. А что это за штучки и как их вот забирать, вот, я не знаю. Ну куда ты ушел? Дверь заперта при помощи какого-то механизма. Хорош. Интересно, кстати говоря, головоломка. Ванна? Тед, по-моему, там что-то есть. Или кто-то. Скримерок. Ага, здесь тоже надо что-то выбить, я понял. Так, вот здесь что-то написано.
Я не понимаю, что. Так, какие у нас там буквы есть? Пие... Пиасе. Это П? Да, пле... Так, пойдемте посмотрим, что у нас там за буквы есть. Да, мы это здесь можем выбить. Здесь П есть, А... Не знаю, зачем я это делаю, может, для ачивки какой-то. П... Л, Е, Пле, Плеасе, Плеасе, Плеасе. Так, Плеасе, пойдем. Вообще, это, наверное, Плиз, да? Но я прочитал как Плеасе, ребят. Плеасе. Плеасе. Это Плиз, по-моему, да? Но у меня Плеасе, ребят. Еще один генератор мешков. Ага. Ой! Береги зубов! Это пахнет неразбавленным молоком. Это в смысле, это как? Тот яйцами пахнет неразбавленным молоком. Какая гадость ваша вот эта вот зеленая рыба, я вам скажу. А... Подождите. Пинстрой, пинстрой, пинстрой. Так, подождите, а что, я перепрыгнуть не могу, да? Подождите, а вот сюда можно дойти? Вот сюда. Да. Самвей. Так, какой здесь еще, да, надо? Еще один. Может, это вызывает брожение сока в мешке или вроде того? Не знаю. Но пахнет. Какашками. Забавный ты, Джош. Кашками пахнет тебе. Ну ты собак, тебе лучше видно и по запаху, да. Так, а где нам желтый надо найти где-то, да? Подождите, а где? Может, где-то в камере? Ми. Ми. Подождите, ми. А я ж там в разных камерах. Вот этот, как вот хрень достать, блин. По-любому же как-то можно. Ми. А я где-то тут еще что-то видел. Подождите, ми. Сейчас пробежимся. По-моему, вот здесь, вот 366 я что-то видел. Сейф. Сейф ми, наверное. Save me. Да, вот здесь мы видели save написано. А там me. И, наверное, save me. Или me save. Как они там правильно пишутся? Полетели. Наверное, как-то так. Да, наверное. Save me. Точно. Угу. Так. И? Ага. То есть мне надо подгадать. Замечательно. Ну ты чё? У вас тайминги-то чё там? Вы чё, неравномерно едете? Пинстрай. Ну... Чего упал-то? Пинстрай. Дэдикс, плиз. А, дэдди, плиз, сейв ми. Папочка, пожалуйста, спаси меня. Здесь написано. Уроки английского. Скример. Здорово, бро. Тебе понравились мои маленькие послания на стенах? Нет. Я просто ничего не мог с собой поделать, Тед. Отведи меня к Бо. Бо, теперь моя. Ты глупый индюк. Папа, спаси меня. Прости, Бо.
Твой папа бегает вокруг, как бестолковый дурак. Как же я не могу дождаться церемонии. Твое маленькое бледное личико зальется слезами, Тед. А мое тело будет просто дрожать от удовольствия, когда я это увижу. Я понял, какашки, кстати. Опять. Намек на то, что здесь где-то босс, да, вот этот мини. Мини-боссик, там какашка большая, да. Порты. Я понял. Хорош. Размотали. Чувак, опять какие-то дикие цены у тебя там? Похоже на газопровод. Газопровод идет к Эджвуду, Голодному перевалу, Мешкоспуску, Описюкинску и Красному руслу. Описюкинску. Подожди, давайте сначала с этим пообщаемся. Здравствуйте, отец. Здравствуйте. Добро пожаловать в Описюкинск, где живет змеюка Описюка, которая любит все описывать. А, вон почему он называется Описюкинск, потому что змея Описюка здесь живет, Описюкинск. Билеты на подъемник к Красному руслу стоят 300 мерзлых капель. Откуда у тебя такие расценки? Блин, слушайте, реально, а если я нафармлю, вот, ну, серьезно, это можно купить и пройти? Так, давайте здесь, что тут? Похоже на газопровод. Да-да-да. Газопровод идет. Собака. Несложно. Тайминги надо ловить. Поздно. Тайминги не словлены. А зачем я это делал, не знаю, ребят. Он так падает медленно и взлетает тоже, ребят. Медленно. Не сложно, но... Зачем я это сделал? А я первую, наверное, скольки-то, да, только завел. А те предыдущие я мог завести. Я, кстати говоря, на первой локации, где мы бегали, мы там куда-то наверх не залазили. Но я там, честно, наверное, не мог залезть. То есть, ну, я не знаю, короче говоря. Фейлс. Фейлс, это, по-моему, ошибка. А, смотрите, я через это могу стрелять. А. То есть, обычно я так стреляю, а когда через это, я, получается, огненными, что ли, стреляю, или что? Так. Светящийся гриб. Этот пахнет совсем как керосин. Эй, Дэ, помнишь, эти штуки тебе встречались в Эджвуде и на Голодном перевале? Ага. Не знаю. Может, нам удастся найти мерзлые капли, чтобы их поджечь или еще что-нибудь? Ага, верно мыслишь. То есть, подождите, мне... Это куда ведет? Подождите, интересно. Ах ты, собака. Так. Много чего здесь можно пострелять. Собака. А. А что это за кнопка? А, одна из четырех. Чего? Все очень, ребят, как-то странно.
Так, там, видимо, надо будет взять, да, манипулятор, он там сверху, я вижу, взять шарик, вот сюда, видимо, кинуть, чтобы пройти дальше. Хорошо, я понял. Так, два из четырех горят. Хорошо. Два из четырех. Ага. Еще один горит. Я где? Я куда-то попал. Сейф. Интересно. Игра вроде бы несложная, да? Очень такая... Головоломочек много таких всяких. Водяное колесо или типа того. Похоже, от него питается подъемник. Но где вода? А воды нету. Так, и все получается, это последнее. О, получается так. Получается, что это последний. Или нет? Можешь как-то выверить этот? Вот это вот что, 88 у меня. А, это больше этих я получаю. Блин, как-то очень странно, то есть... То есть нас заставляют... Меня заставляют проходить одно и то же по 10 раз. Так, и чё? А как мне туда попасть наверх? А как мне туда наверх-то попасть? Мне же надо, наверное, туда, наверх, да? А, или мне надо куда-то вниз, подождите. Газ мы этот пустили. Что-то я ни хрена пока не понимаю. Подожди, сейчас сообразим, ребята. Да. Так, здесь газ запустили, это... Ага. Нет, ну нам надо по-любому туда. Я наверное, просто запрыгнуть, да, не могу. Мне, наверное, просто не получается запрыгнуть. Там, наверное... Светящийся гриб. Да-да-да. Этот пахнет совсем... Эй, ты! Не знаю. Может, нам удастся найти мерзлые капли, чтобы их поджечь или еще что-нибудь? Ага. Блин, а как ее сбить-то? А, вот так вот. Че я туплю-то? Че я туплю-то? Че-то я, ребят, вообще... У меня такое ощущение, как будто мне надо наверх именно. Хотя зачем? Вот видите, как будто вот... Как будто надо, а может быть не надо. Да, вот так вот надо, более... Ну блин, ну это трындец. Ну это трындец, ребят. Так, и чё я должен... Ну и чё? Подождите, что-то я должен сделать по-любому, да? А, я должен все глаза выбить. Ага, и вода пошла, я понял, я таким образом бил червя. Все, я понял. Все, и мы теперь спускаемся ниже. Мы идем теперь... Все. Мы все сделали.
1, 2, 3. Красному руслу. Купить билет у счастливчика. А мне надо к счастливчику? Нет, не надо. Счастливчик, мне надо к тебе или не к тебе? Здравствуйте, отец. Добро пожаловать. Билеты на подъемник к красному руслу стоят 300 мерзлых капель. А откуда мне взять 300 мерзлых? Тут не говорит, что мне надо фармить их, это... Так, ну что, ребят, короче говоря, надо идти назад, на самом деле. Надо идти назад и, в общем, фармить. Ребят, бабки придется фармить. У нас вот 120 есть. 120 мы набрали. Получилось! Че, спасибо. Че получилось-то? Че получилось-то? То есть я правильно понял, вообще нам полностью, да, назад надо идти. То есть нам вообще в первую локацию, получается, надо. О, кстати. Это что? А, чего? 8 отличий найти? Ну вот. Ну вот. Вот. Еще 4. А там этот пенисваль стоит, нет? А, то есть я только здесь, да, могу? Ну, нету этой. А там звезды же нету, вон. Ну, здесь вот звезды нету. Еще 3. О, господи, ребята, еще 3 надо найти. Цветочка вот здесь вот нету. Так. Забора вот нету. Но здесь вот нету этой вот звездочки. Вот здесь вот. Здесь вот нету звездочки. Так, ладно. То есть окно-то нормально, там, там не два их, да, этих будет. А, вот здесь еще крыша вот. Да, крыша. Изи пизи. А, вот теперь мы все эти ресурсы добываем. Я понял, ребят. Я понял. То есть игра нас возвращает туда, где мы с тобой уже были. Это, с одной стороны, печально, да, то, что мы бегаем по одним тем же локациям. С другой стороны, мы идем туда, где мы не были. Точнее говоря, туда, где мы не подобрали ресурса. И, кстати, здесь золотой ключ какой-то есть. Что за золотой ключ? Тоже непонятно. Теперь вот эти везде, эти будут поджигаться. Зачем мне фонарик нужен был, если я им не пользуюсь, непонятно. Фонарик, видимо, так. Так, а здесь что у нас? Есть что-то поджечь? Давайте сразу сходим, глянем. По-моему, здесь не было. Да, здесь не было ничего такого. Я вот помню, в начальной, в первой локации, там до хрена что было. Так, наша дочурка все бедная висит. В первой, в начальной локации был. У нас, кстати говоря, 143 есть. Этих... Так, Вудс. Собираем. Вот. Вот. Во-первых, вот это. Во-вторых, вот сюда. Вот. Теперь вот так вот мы все собрали. Это что?
Это какой-то большой желудь. Так, вот сюда теперь можем зайти. Угу. Это кто? Ты кто? Большая черная мерзлая капля. Шлак мешковидный из лунного штата. Крупнейшая зарегистрированная мерзлая капля пинстрайпа. Добыта на глубине 323 метра под красным руслом верхнем слоя окаменелого мешка. Оценивается в 50 мерзлых капель. Тут рабы у нее какие-то там сидят тоже. Я не говорил, что вы можете сюда прийти шататься. Но знаете, я рад, что вы явились. Ведь теперь я могу похвастаться своими шарикомашинами. Здешние дети зовут меня Принкл. Я лучший в городе изготовитель воздушных шаров. Благодаря шариколелательным машинам. Пинстрайп заказал целую партию шариков. И я выполнил этот заказ на ура. Да, секунд за... 10. Готов поспорить на свою громадную мерзлую каплю, что вы не превзойдете мои проворные и скоростные машины. Давай. Вы излишне уверены в себе, мой друг. Готовьтесь получать по своей бестолковке. Сейчас, секундочку. Да, да, да. На старт. А что делать надо? Внимание! Марш! Раунд первый. Чё? Так ты можешь правила сначала объяснишь? Хотите сыграть еще, отец? Батарей! Наш марш! Шуру! Давайте! Просто отстреливать, что ли? На АИМ, что ли, проверка? Я думал, что-то надо это... Ну, загадка несложная. Но это не загадка, это на АИМ просто проверочка, ребят. АИМ у меня великолепный. А сколько раундов-то? А, можно сразу, то есть не обязательно ждать, пока они вырастут. То есть можно сразу их отстреливать. То есть только они начинают появляться, их уже можно отстреливать. Понятно. А сколько раундов? Блин, задержка идет в нажатии. То есть я нажимаю, но он не сразу стреляет. Чего? Да, а им? Вы просто потрясный! Чтобы победить мои шарикоделательные машины, нужны беспрецедентные навыки. Угу. Просто немыслимо. Скилл. Держите приз, отец. Давайте, берите. Да, я все-таки отец, спасибо. Ну это 50, ребят, а нам надо 300. У нас 207. Нам еще надо 93. Нам где-то надо еще 93 штуки их набрать. А где нам набрать 93 штуки? Нам где-то надо золотой ключик взять. Золотой висячий ключик. Так. Так, допустим, еще чуть я собрал. Как мне туда попасть?
А здесь нет ничего. Давайте сходим, посмотрим. Нет, здесь ничего нет. Так, а как нам... А как хотят, чтобы я здесь-то... Так, ну туда смысла лезть я не вижу. Верно? Подожди, а как он хочет? Вот у меня вот там вот этот, да? То есть, а как? Опа, там что-то упало, подождите. Может, они падают? Подождите, а если я вот так вот? Может, они упадут? Вот, падают. Да, надо вверх, как артиллерию. Все, я понял. Блин, охренеть, хрен додумаешься, да? Пинг. Иди отсюда. Ты мне не нравишься. Ты противный. Ты нефтяной. Так, как мне вот эту вот всю хрень достать? Так, мы должны что? Мы ее должны просто катать? А. То есть он должен был нам кидать, да я его не должен был убивать. О господи, ребята, иди сюда, пукай сюда, засранец. Ну, это будет, ребят, долго. Да подождите, засранец. Во-первых, это будет долго, я не уверен, что нам здесь этого всего хватит, ребят. Ай. Ну. Так, хорошо. И сюда. Блин, ну это какой-то бред немножко вот с этим вот. Ну я навряд ли за три этих. Собака. Я навряд ли, ребят, за три этих наберу. А подожди, если я здесь перезайду? Нет. Так, сейчас мы отхилимся за счет него. Я думал, я смогу... Ну, типа, перезайти, и они здесь обновятся. Не туда. Шестьдесят. Это маловато. Вот как он долго это все делает. Трындец, ребят. 70, а где мне еще 20 взять? Давай там попердывать. Пердуполь. Так, ну хорошо. 80 я взял. Где еще 20 брать? Где мне еще взять 20? Здесь мы нигде... А, вот действительно, а где мне еще 20 взять?
наверное, где-то в пещерах, да? Я, наверное, где-то что-то не усмотрел. Здесь мы были с тобой, здесь мы все залутали. Наверное, нам надо возвращаться на другую локацию. Снизу мы все налутали, залутали. Так, здесь мы тоже все залутали, все открыли. Вот эти вот, знаете, начинаются... Начинается момент, когда ты ищешь какие-то остатки чего-то. Здесь мы тоже все залутали, нам здесь делать нечего. Тут даже лутать больше нечего. Значит, где-то вот на этой локации мы что-то еще 20 где-то единичек можем нафармить. Ну это, ребят, не точная информация, потому что у меня... Блин, ну знаете, вот игра, в которой вот обычно вот эти всякие монетки, вот эта хрень, да, это все обычно такая. То есть она не влияет на прохождение, а здесь прям, ну, влияет на прохождение, то есть... Что будет, если мы туда спрыгнем? Понятно. Умрем. Вот, то есть влияет на прохождение, если ты где-то что-то не собрал... То есть тебе нужно будет обратно все проходить. Одну нашли, хорошо. Да нет. То есть тебе придется проходить... Ага. Офигеть, а вот кто бы вот мог додуматься, да, что здесь вот такая нычка, блин, есть. Офигеть. Так, 10 отличий. Давайте начнем с того, что значит... с чем начнем? Облако. Раз. Че, облако же? Бабочка. Два. Человек там. Пенисвальд это стоит. Три. Цветочек. Четыре. Девушка без с повязкой. Пять. Ботиночки. Шесть. Так, ботиночки 6, гора 7. Здесь нету этой 8. Здесь нет подписи 9. И где последняя? Так, где последняя? Не вижу. Ребят, подсказывайте. Здесь серьезно последнее то. Это есть, цветочка отметил, ботиночки есть, птички. Есть, забор пометил. Мне кажется, что-то вот здесь вот слева, да? Давайте просто потыкаем, может что-то натыкаем. Может с птичками что-то связано, хотя птички все. Что-то я не вижу последнего. Что есть там и чего нет здесь? А, ножка от этого. Ножки нету, ребят, да. Так, ну и чё, ну это десяток. То есть мне надо еще 8 штучек. Рындец, а где мне взять 8 штучек? Блин, надо было нафармить их, этих говнюков, и все. Хотя вот мы сейчас уже последнюю, да, забираем. 300 у нас есть. Не 300, ребята, 300. 300 это там вот вы сами знаете все. Так, и здесь можно, да, здесь еще можно было бы вот так вот. Так, хорошо, кстати говоря, давайте сходим... Тихо.
Подождите. Пойдемте сходим, посмотрим, что здесь. Мы здесь с тобой как раз не были. Че продаешь и за сколько? Здравствуйте, отец. Угу. Могу вам кое-чего продать по хорошей цене. Так. Кстати говоря, у вашей собачки пузо мерзнет. Угу. Глядите, как дрожит и трясется. Купите собачке свитер за 400 мерзлых капель. Откуда у тебя такие расценки, чувак? Блин, ну серьезно, мне вот интересно, вот реально это выполнить? Давайте вниз. Понял. А, то есть реально это выполнить? Вот это вот 400 мерзлых капель, там 1000 для этого вот. Ачивка, интерес, какая-то будет? Все, мы взяли с тобой 312. Для билетика нам надо 300. Вот, для билетика нам надо 300, ребят. Так что мы... Пропылесосили, заставили нас. Дверь заперта на золотой висячий звук. Да. Серию надо закончить? Тоже, ребят, кстати. А мы здесь ничего не можем залутать? Нет. Вот. А туда пройти мы не можем, подождите. А, нет, подожди, мы, да, мы же отсюда пришли, что-то я туплю в этой темноте, не видно ни хрена. Да, здесь мы все собрали. Не туда. Надо вниз. Все, пошли эти билетик купим. Блин, офигеть, вот кто бы мог подумать, да, что надо будет фармить. Это растягивание геймплея, ребят, называется. Здравствуйте, отец. Угу. Добро пожаловать в Описюкинск, где живет змеюка Описюка, которая любит все описывать. Да. Билеты на подъемник к Красному руслу стоят 300. Да. Спасибо за пок... Угу. Отнесу эти капли в Красное русло и постараюсь немного поспать. Ох. Я не сплю уже... Сколько? Ну, я не помню. Разжевывать мерзлые капли и наблюдать, как тебя уносит в страну грез, бесподобно. Боже, благослови Пинстрайпа. Боже, благослови его добрую душу. Вот ваш билет на подъемник, отец. Так, билет на подъемник. Слушайте-ка, а если бы я знал пароль, я мог бы, ну, пройти 1, 2, 3, 3, 3, 1. То есть мог бы я пройти, если бы я знал пароль? Вот это интересный, да, ребят, момент? Интересно, блин, действительно, если бы я знал пароль, я мог бы пройти? 1, 2, 3, 3, 3, 1. Вообще, по логике бы, ну, по... Ну, можно было бы сделать, да, так, что если ты пароль знаешь, ты можешь пройти. Конечно, это было бы интересно с какой-то стороны, да? Просто едем. Мы просто едем. Слушаем какую-то музыку там на фоне, какое-то радио. Все, приехали.
Вши, ребят, вош. Мы в мире вшей. Что это? Благословенный вечер. Приветствую в красном русле. Курорт наивысших удовольствий без страйпа. Пожалуйста, распишитесь в сетевой книге. Волген Плей написал, если кто-то не понял, ребят. Тут типа Волген Плей. Какая красивая подпись. Ага. Обратите внимание, сегодняшняя ночь особенная. Церемония начнется, когда взойдет полная луна. Какая церемония? Я понял, удочерение навеки у вас тут. Давайте на этом закончим, ребят. Да, я сохранился. И в следующей серии мы продолжим какие-то алкаши и прочее. Увидимся больше в следующей серии. Всем до встречи, всем пока.